Я вас приветствую на нашем канале. Давайте поиграем в, возможно, интересную игру, которая называется Edly Aired. Вот игра загрузилась, там какая-то превьюшечка была, но мы ее пропустили, потому что эти превьюшечки, они, конечно, немножечко вымораживают. Вот, мы, короче, играем вот за такую девочку. Вот. По ходу дела девочка упала и разбилась, ну и все в таком духе. А ну давайте попробуем. Ага, видите, падать нельзя. Ну, так что имейте в виду, надо ходить по вот этим платформам, но падать нельзя. Так, через ограждение мы не упадем, не упадем, все замечательно. Так, в руках у нас, значит, я смотрю, такой бластер. Мы, короче, стреляем, такая пукалка интересная. Вот, ну давайте пройдемся, посмотрим, возможно там какие-то враги есть или еще что-нибудь. Вот, я так предполагаю. О, вот это вот плохие дядечки. О, слушайте, они еще и стреляют в нас. Вот так. Ну, знаете, что классно? Здесь прикольная графика. Мне вот такая графика нравится. Она изометрическая, угарная такая. Вот, игра довольно-таки детская, прикольная, не кровожадная, и это большой плюс. Так, ну, я думаю, смысл игры такой: пройти от одного уровня к другому. Вот, ну и что мы, конечно. А, ёбаный свет, вы видели? Это, короче, фигня. Это самое просто под нами провалилось, и мы упали в бездну. Ну ладно, учтем. Мы же играем, мы ни разу не играли в эту игру. Учтем, что так делать нельзя. То, что надо, пробегать. Так. Так, хорошо, что не надо. О, смотрите, а видите, а вражки наши, вражочки, они появляются заново. Ну, давайте, мы шли в ту сторону. Давайте вот это поколбасим немножечко этих злостных роботов. Так, что тут у нас? Ага, вот этого мочканули. Угу, отлично. Все, давайте, вот, вот это место, надо здесь пробегать, пробегать надо. Вот, не стоим на... Ах ты, блин, ну вы видели, мы опять обосрались. Да что ж такое-то? А вот это, наверное, чекпоинт. Угу, вот это вот место, это чекпоинт, отлично. Так, ах ты, блин, да что такое? Вот, блин, вот невезуха, ну... Так, ой, блин, сейчас опять упадем. Ладно, давайте, короче, это самое и того самое. Пойдем в другую сторону. Давайте посмотрим, что тут у нас. О, да. Это что такое? Какой-то адский кристаллик. Ну, замечательно. Так, вот это можно расколбасить. Отлично. Так, давайте вернемся. Вот, потому что пути дальше нету. Дальше бесконечность. Так, ну что тут у нас? Угу. Так, мы здесь были, здесь вот так проходить можно? Ага, можно. Слушайте, а как-то... Слушай, она прыгает, может быть, а? Может быть, эта девочка там прыгает, там, или еще что-то? Не, нифига. Походу дела, она не прыгает. Ну, о, черт. А, подождите, мы кувыркнулись, а? А, вон, смотрите, она скользит, вообще огонь. Так, давайте мы сейчас сделаем скольжение. Вау, нифига себе. Вы видели эту тему? Скользит она, Патриса. Ах ты, блядь, твою маковку. Что ж такое-то, блин, опять я обосрался. Ну, я заговорился, уткнулся в микрофон и не следил за игрой. Вот ведь я слегка невнимательный. Так, да, ах ты, блин, вот засранец, вы видели, да? Так, ну ладно, давайте. О, да, давайте мочканем этих злостных роботов. Так, у нас опять 3 жизни, а это хорошо. Сейчас мы на чекпоинт зайдем и пойдем дальше. И сейчас здесь мы немножко спейсанем. Ага, вот, ага, сдохни, поганый робот. Так, здесь надо тоже немножко спейсануть. Так, ах ты, да что такое-то, а? Там, видно, спейсануть немножко 2 раза надо. Ага, о, отлично. Так, вот смотри, чекпоинт. Так, давай, сдохни, сдохни, сдохни. Слушайте, нифига себе бабахнуло. Оказывается, эту фигню можно взрывать. Ах ты, блин, нас задело шальными пулями. Но ничего страшного, мы не сдадимся. Мы смелые, сильные и напористые. Так, ну что тут у нас? Ага. Так, все, отлично. Ага, вот этот робот. Угу. Так, ну пойдемте дальше. Ну, игра, в общем, прикольная. Так, сейчас спейс... Эх ты, блин, да что ты... Черт побери. Вот, вы знаете, мне просто немножко неудобно было спейсануть. Черт. А так, давайте... Блин, ну здесь как-то на бочок это делать надо. Ах ты, блин, да что такое? Слушайте, простецкая игра, блин, и я вот это залипаю в нее. Ну, в плане того, что не могу пройти. Ну да, ну ладно, хорошо, давайте. Сейчас будет опять этот робот. Вот. Слушайте, блин, жесть какая-то, а? Я не могу пройти первый уровень. Нас лупят, как это самое, ужасно. Так, ладно, там мы были, давайте пойдем сюда.
Вот, ну, в общем, игра такая детская. Эта игра такая, знаете, хорошенькая, она не агрессивная, ничего. Так, возьмем кристаллик. Кристаллик, алло, алло, кристаллик. Так, кристаллик не берется. Ладно, хрен с ним, пойдем дальше. Видно, мы в прошлый раз кристаллик взяли, и теперь он не хочет браться. Вот противный кристалл. О, давай, давай, давай. Ага, все, замечательно. Пойдемте, пойдемте. Так, так, так. Отлично. Так, чекпоинт, чекпоинт, наш любимый чекпоинт. Так, давайте пойдем. Так, спейсанем. Ага, и немножечко. Ага, все, отлично. Ну, как я говорил, игра такая детская. В принципе, в эту игру можно играть и с ребенком. Вот, почему бы и нет? Вот, с ребеночком поиграть, там это самое. Так, здесь вот это мы что-то долбили, там что-то взорвалось или еще что. Ну, давай, сдохнем, блин, вот скотина. Ах ты, блин, он взорвался. Это робот взорвался, он к нам присоединился. Присоединился. Давай, давай. Вот он к нам присоединился. Присоединился. Интересно звучит, конечно. Он к нам прикоснулся. И мы немножечко подохли. Так. Так, давайте, давайте этих мерзавцев мочканем. Отлично. Так, блин, я все не могу договорить про эту игру и с кем можно играть в нее. В эту игру можно играть с детьми. Вот я немножко тормознулся на этой площадке. И сейчас вам все выскажу, что я думаю про эту игру. Вот. Вот, с детьми. С детьми, там, с одним ребенком, с двумя ребятишками, с 10 ребятишками. То есть игра нормальная. То есть нормальная путевая игра. Вот. Ага, давай, давай. Отлично. Вот, замечательно. Так, давайте, давайте. Ага, все. Так, теперь спейс. Ах ты, блин, да что такое? Что же за параша? Так, спейсанем. О, да блин. Ёбаный ты свет, а. Ага. Так, мы куда-то дошли с вами. Слушайте, здесь ветер или еще что-то. Давай, 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 лупи. О, смотрите, если мы, короче, сейчас ветерочек подует, и нам надо попытаться перебежать. Ага, мы вот так вот спейсанем немножечко и перебежим. Так, все, отлично. Вот, с детишками можно играть, то есть как бы не кровожадная игра, нормальная, то есть путевая игра. Ага, вот смотрите, можно здесь здоровье взять. О, отлично. Вот, игра 2000 года, ребята, я смотрю, постарались. Ну, молодцы, оригинально сделали так. Вот так, 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 роботы, роботы. Так, он, блин, он, если к нам прикоснется, он взорвется, и у нас половина жизни отнимется. Так, ладно. Хорошо. Ну, так, куда мы пойдем? Туда мы точно не пойдем. А, там ветер, да? Так, ну давай. Ветерок. Ага, вот так вот. Вот так вот. Ага, все, отлично. Так, у нас, значит, чекпоинт здесь. Ага. Да давай, сдохни. Ах ты, блин. Все, есть, отлично. Так, вот здесь вот эти вот балочки, они провалятся стопудово. И мы с вами что сделаем? Правильно вы подумали, мы с вами сдохнем. Так, давайте вот так вот, раз. Ах ты, блин, засранец, сдохни. Так, ладно, давайте, что тут у нас? Так, нам, по всей видимости, надо вон туда, там какие-то адские квадратики, и нам эти адские квадратики надо забрать. Ах, черт, блин, упали. Ах, боже мой, какая же суровая жизнь у людей. Ах ты, блин, да ёбаный свет, а. Опять все заново начинать. Ну ладно, хрен с ним, мы сдаваться не будем. Так, мы пойдем туда. Слушайте, ну сложно, действительно. Если бы, допустим, это было в плоскости, то в плоскости можно было бы как-то, ну как, ну не то чтобы ориентироваться, а как-то, ну, управлять поудобнее. А здесь, видите, здесь, короче, изометрия. Вот, и здесь, конечно, так неудобно, приходится две клавиши нажимать и все в таком духе. Так, ладно, давайте. Так, здесь, значит, мы немножко прокатимся и мочканем этого робота. Отлично, мы уже, блядь, этих роботов наизусть знаем, где что находится. Ага, все, замечательно. Так, этот робот, он, короче, мы постоянно, блин, он взрывается у нас. Давай, 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 лупи, козла. Блин, не получилось. Ну ладно, давайте дальше. Так, все, чуть-чуть жизни отнялось, но ничего страшного. Так, вот это вот, он, короче, взрывается, а мы его первыми взорвем. Ага, давай, 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 давай. О, слушайте, вы видели? О, да, можно вообще жестко, жестко стрелять. Я только сейчас увидел это все. О, вообще отлично. Так, давайте возьмем здоровье. И пойдем дальше. Опа, на, прокатились, отлично. Ну, сейчас мы жахнем. Ага, все, мы жахнули. Так, а это что? А правая кнопка у нас вот. Вот, слушайте, вот я тормоз. Это же лучевой заряд, надо было, блин, сразу. Левая кнопка, просто вот стреляем. А правой кнопкой лучевыми стреляем. А зажимаем, он так мощный такой. Просто, да ёбаный свет.
Я вот заговорился и опять, блин, пропустил эту фигню. Давай, подохни, подохни, подохни. Отлично, все. Отлично, что мы не подохли. Все. Угу, сейчас прокатимся. Вот. Ну, так, о чем я говорил? Так, я говорил о том, что вам надо подписаться на мой канал, поставить лайки, сообщения, вот оставить свои и поставить пальцы вверх. Или пальцы вниз. Ну, или как там правильно называется? Я фиг его знает. Как вам удобнее? Пальцы вверх, пальцы вниз. Честно говоря, звучит не очень. Вот. Ну, а как говорить? Как говорить? Я хрен его знает. Палец вверх, палец вверх, палец вниз. Вот, короче. Поставьте лайк или дизлайк. Понравилось вам, не понравилось. Ну, в любом случае, мне будет интересно узнать ваш комментарий. Ну вот. Ага, давай, 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 давай. Отлично. И вот этот взрывающийся робот. Так, давайте. Ага, все. Ё-моё, нас атакуют. Отлично, все. Мы, короче, немножко порасколбасили их. Так, давайте. Ага, ага, все. Все, сердечко. А, черт, сдохни. Да ёбаный света. Так. Ах ты, блин, ну слушайте, чуть-чуть не хватило. Ну ладно, давайте. У нас еще жизни есть. Так, ну давайте попробуем туда. Да блин, ёбаный. Слушайте, ну сложно, действительно. Во, все. Чикпоинт. А, отлично. Чикнутый поинт. Так, ну все, давайте побежим дальше. Посмотрим, что нас ожидает дальше. Вот, а я вам говорил, что надо подписаться на наш канал. А, да, вроде говорил. Ну, еще раз скажу, подписывайтесь на наш канал. Будем играть вообще в улетные игры. Это что ж такое-то, блин? О чем я говорю? А, об улетных играх. Да, будем играть в новые классные интересные игры. Разные игры. Не вот эти вот попсовые игры. Ну, под попсовыми играми я подразумеваю игры, которые, блин, распиарили вообще до безобразия. Ну, это такие игры, как Doom, там Assassin's Creed, там и все в таком духе. Эти игры все знают, но очень много есть игр и... Ах ты, блин, а! Вот, слушайте, только сообразила. Угу. А вот. Assassin's Creed и всякие там Call of Duty, блин, эти игры все играют. Но кроме этих игр, народ, есть и другие игры. Вот, честное слово. Есть другие игры интересные. Но скажите, что это не интересная игра. Она прикольная, она простая, она изометрическая, но она интересная. Так, ты просто не напрягаешь свой мозг, блин, и тебе не страшно, и ты не обсираешься в штаны от того, что видишь. Вот, вот так вот. Нифига я загнул философскую тему. Ну, в общем, игра неплохая, интересная. Вот. Можно поиграть так, подолбиться в эту игру. Вот, так что, ну, поиграйте в нее, поиграйте. Прикольная игрулечка. Так, что тут у нас дальше? Угу. А, тут роботы. Ага, ну давайте. Ага, а дальше у нас ветер. Угу. Так, сейчас пройдем это все. Давай, давай, сдохни. Есть очень много игр прикольных, очень их много, очень много. А, блин, вот упала. Вот засранец. Так, давай, 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 лупи. Бляха, муха, ебаный свет. Ну, ладно, но мы заканчиваем обзорчик этой игры. Игра называется Idle Air. Игра 2000 года. Заметьте, 2000-го. В 2000 году делают до сих пор такие интересные игры. Вот, так что не забывайте про это. Мир клином не сошелся на думах и ассасинах. Вот. Так, ну, подписывайтесь на наш канал, оставляйте свои комментарии, ставьте пальцы вверх. Увидимся с вами в следующих сериях.